Привет, подписчики! Я сегодня увидел видос один, короче, в Ютубе про Евролюкс. Как один сварщик утверждает, что этот аппарат, короче, говно. Говорит, говно полное. Ну так и я сегодня докажу обратное. Смотрите, на каких амперах я варить буду. Вот, по крутилке примерно 100 ампер, 90-100 ампер. Вот. Буду варить горизонтальные швы, два шва, через стекло, короче, чтобы вы видели, какая у него дуга. Варить буду электродами LB-U52 и электродами MR3 3 мм. Посмотрите, какая дуга у него. Так. Итак, поехали, короче. Ставим стекло и начинаем сварку. Сначала электродами MR3. Так, ну где там наш? Ага, вот. Поехали. Поджиг отличный электрон. Дуга, видите, какая стабильная. Не дергается, не прерывается. Никуда не бегает, ни со стороны в сторону. Удобное положение сейчас принял, чтобы то неудобно варить, снимать и варить. Пожалуйста, металл не разлетается никуда. Такие мелкие брызги, видите, это ржавчина, походу, отлетает. А так вообще дуга стабильная, хорошая очень. Мне нравится. Для аппарата за 3000 рублей это просто прекрасная дуга. Варит он рутилом просто замечательно. И ЛБшками варит прекрасно. Вот всегда говорят почему-то, винят, короче, сварочный аппарат, винят, но никак не себя, короче. Если у него шов не получается, значит, виноват в этом кто-нибудь, но только не он. Это называется мания величия. А у кого присутствует мания величия, значит, психические расстройства какие-то есть. Так, ну вот, смотрите, заварили шовчик. Отбиваем шлак. Он отпадает сам практически. Видали, да? Смотрите, какой шовчик четкий. И этот человек говорил, что этот аппарат говно. Повторяю, говорит, сейчас я буду варить электродами ЛБшка 3 мм, то есть с базовым покрытием. Этот, а сварщик, который обсирает мой любимый сварочный аппарат, ну, я так шучу, конечно, что любимый, но вообще хороший аппарат, это самое, говорит, что электродами с базовым покрытием варить вообще невозможно, то есть это вообще нереально. Если вы купите этот аппарат, вы, короче, все деньги, то есть деньги на ветер выбросите, понятно? Вот смотрите внимательно, как он варит электроды ЛБшки с базовым покрытием. То есть поджиг, смотрите, какой. Я не стучал никогда, как дятел, да, нет. Я сразу зажег электрод и пошел налаживать шов. Дуга никуда не прыгает, не скачет. Обратите внимание, все хорошо, все классно. Небольшие движения делаю вверх-вниз, небольшие такие, елочкой как бы парю.
не сильно, потому что сильно нельзя. Ну, кто как, короче, я не люблю сильный режим при горизонтальном шве. Закончили шов, давайте посмотрим. Смотрите, весь шлак внизу. Видите, да, как скопился? Вот эти капельки шлака, вот я их просто отбиваю, и все. А шов у нас остается. Смотрите, два каких прекрасных шва. Поэтому дело не в сварочном аппарате. По-любому не в сварочном аппарате. Вы видите, какие швы? Гладенькие, ровненькие. ЛБшка, МР3, пожалуйста, вари не хочу. Нет, кричит, говно аппарат, и многие его поддерживают. Да-да-да, ты прав, аппарат говно. Это его поддерживают те, которые также варят, как он. А теперь вот на таких амперах, я не знаю сколько там, 90 по крутилке. Поварим потолочный шов электродами LB52U. Почему я решил потолочный шов вам показать? Потому что он варится только если дуга стабильная на сварочном аппарате, да? То тогда ты сможешь его заварить. Если не стабильная, ничего не получится. Потому что варить надо, ну я имею в виду электроды с базовым покрытием. Потому что варить надо на малых токах, на короткой дуге. И если у аппарата дуга эта плохая, то ничего не выйдет. Это вот такой шовчик. В горизонтальном положении я вам показывал через стекло. Это шовчик рядом же, который с ним. Это МР3 электроды. Рядом выше, которые ЛБ электроды. В горизонтальном положении. Поэтому, кто там говорил, что это плохой аппарат? Аппарат говно, короче. Сейчас мы еще потолок ним поварим. Итак, поехали. Вот я здесь зачистил под потолочный шов. Сделал себе полосочку, чтоб я видел, чтоб шов был ровный. Так, сейчас поварим. Берем электродик, ЛБшечку. Ставлю его вот так вот, видите? Поехали. Блин, опять маска вот делается. Вот.
друзья мои, если бы этот сварочный аппарат не был хорош своей дугой, я бы потолочный шов не смог бы заварить с электродами с базовым покрытием, такие как ЛБшка. Давайте посмотрим, что получилось. Оп. Смотрим. Давай я на свет поставлю, там не видно. Плохо, короче, фокусирует. Ну, сейчас попробую. О, сфокусировал вроде. Вот такой шов потолочный, ребятушки. Не так-то это просто. А тот, кто говорил, что сварочный аппарат Евролюкс говно, попросите его, пусть он заварит потолочный шов. Он никогда этого не сможет сделать. Просто любым аппаратом. Поэтому ему и говно, понятно, да? Понимаете, почему этот аппарат для него говно, короче. Я это хотел сказать, что аппарат, ну, если у человека что-то не получается, то значит виноват в этом сварочный аппарат. Понимаете? Какие люди бывают. Если у человека не выходит сварочный шов, не получается, электроды гаснут, виноват в этом сварочный аппарат. Ну никак не сам сварщик. Нет, только аппарат. Или электроды, или еще кто-нибудь. Короче, все виноваты, кроме его самого. Ну ладно, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Будет еще много интересного. Пока.